общем, тут небольшой баг произошел с записью. В общем, добили мы этого босса. Это как мини-босс, особый заряженный считается. Типа вот как... Так, сейчас. И не здесь, сейчас. Вот туда. Так, не этот, не то. Типа вот такого. Но это посильнее, особенно вот этот. Они у нас ближе там к концу игры. Вот такого плана. Но эти еще будут отдельно, а вот такого плана, как они, появляются довольно часто. Вот. То есть такие особо мощные зараженные. Так, это у нас какая тут? Это прокачанная. Это что за фигня? Хлам всякий. Тоже хлам. А, вот это нормально. Сейчас мы выбросим лишнее. Тоже не нужно. Какой? Получай. Все равно нет. А, так это у нас обычная функа. Но так как у нас прокачан навык бумеранг, поэтому она часто возвращается. Опять. Все. Нет. Опять вернулась. Наверное, придется нам ее выбрасывать вообще. За сломанные двери тоже есть там испытание такое. Опять бумеранг. Наконец-то. Вот только сейчас она вылетела. Кстати, неплохого уровня. Так, что у нас тут есть ненужное? Сейчас посмотрим. Вот эта ерунда. Вот это ерунда. Бросаем. Бросаем. Кстати, интересно, это больше урона наносит или нет. А, это высокий уровень. Ну, ладно, бросаем. Все. Повыбрасывали кучу фигни всякой. Так. Ну, все, в принципе. Зачистили мы это место. Теперь выходим. Ага, снова они появляются. Зомбаки.
Мы тебя поможем за это! Так, в общем, поняли, да? То есть вот это мы место зачистили, вот оно на карте. Вот. Так, то есть не это. Вот. Бунгало Джеймса Несиры. Потом этих мест будет куча. Просто куча. Так, в общем, я не понял, с этой канистры. Либо надо возвращаться к этому французу, который нам давал это задание. Либо я не знаю что. Либо проще выполнить вот это задание. Вот здесь все просто и понятно. Магазинчик Пьера. Напомните канистру это топливо. Где же та канистра? Ну давай попробуем. Да ну как это вы проскакиваете так? Так. Вот здесь, кстати, у нас где-то было. Ага, вот. Куча вещей. Так, смотрим на карту. Немного не туда. Так, вот там был спуск в деревню Палай. Так, стоп, не сюда. Левее. Да. Так, вот это мы не туда поехали. Или туда. Ага, все правильно, да. Ага, все правильно. Ага, там нас уже ждут. Ты смотри какой, а? Да все, успокойся уже. Разорался. Да.
поездил, конечно, много больше, но не важно. У меня большой ассортимент. Вы наверняка получай. Найдете что-нибудь полезное. Ага. Простите, но я сегодня закрыт. Это мудак. Какого черта? Времена нынче тяжелые, Монами. Товары мне и самому пригодятся. Откройте дверь, мы же договорились. Да, но деньги-то мне особо ни к чему. Какого черта? Хоть бы раз обошлось без проблем. Придется искать другой путь. Так как-то к нему можно зайти по-другому? Выключи свою идиотскую музыку. Сюда сбегутся зараженные. Та-та-та-та-та-та-та. Итак. Ага, заткнуть вентиляцию в доме Пьера. Так, нашли мы пару этих. Сейчас. Так как ее заткнуть-то? Ага, все понятно. Ну давай. Раз. Два-с. И три-с. Ну как там? Не жарко тебе? Надо подождать. Ага. Ну, как дела? Я же пошутил. Я не шучу, козел. В следующий раз ты рискуешь обидеть кого-нибудь позлопамятнее. Знаешь что, за такую подлость я буду требовать скидку. Ладно, ладно. Спрошу полцены. Оглянитесь. Ясно. Ух ты. Так. Ты что ты скажешь, а? Получше. Большой китайский меч тоже получу. Так, ну что, все. Ты тут уже все попустила тебя, придурка. Вам нужно оружие. Он не работает, то еще что-то. Что же еще? Сейчас, вот это непорядок. Там вот тоже можно потренироваться. Так, зайти мы к ним не можем, сколько я помню. Вы смотреть пришли или покупать? Ага. Так, что он нам тут дал? Вот эту фигню, да? Так. Тратить мое время. Что у него тут есть интересное? Патроны для пистолета есть. Уже хорошо. Вот это лучше не брать.
Вот это покупаем и делаем. Ветошь еще надо для этого, для Болотова. Тоже можно. Возди пистолета, патроны для гарпуна. Гарпун, конечно, мощнее, но медленнее. Но точнее при этом намного. Перезаряжается гарпун намного дольше. Но там убойная мощь огромная. Можно, да, среднюю аптечку покупать тут дешевле. У той 330, которая у нас на базе, здесь 255. Намного дешевле. Ну, в общем, вот такой квест. Вот такой квест. Можно сказать, первый, не самый, кстати, простой из дополнительных квестов. Вот тут уже можно купить револьвер, он точный. Он медленно перезаряжается, но он очень точный. И колебания у нее поменьше при прицеливании. Ну и вот это можно взять. Это если прокачивать, у нас там как раз не прокачано. Сейчас покажу. У нас плохо прокачано рукопашный. Ой, так, не здесь. По-моему, это в движениях. Или в испытаниях. Да, в испытаниях, короче, у нас там хуже прокачаны оружие ближнего боя, а именно кастеты. Вот, поэтому их надо прокачивать. Остальные у нас все уже очень, да, очень даже неплохо прокачаны, поэтому нет никакого смысла их развивать. Так, ну вот видите, у нас тут уже 69 уровень. Можно прокачать какой-то из навыков. Эту мы линию полностью выживания все исследовали. Здесь можно урон от метательного увеличить, здесь урон от стрелкового оружия, здесь урон от критический шанс критического удара от наручного оружия. Вот здесь у нас уменьшение количества гнева для активации, тоже очень полезная штука, потому что в состоянии гнева наносит огромный урон, и это в критических стычках очень выручает. Дает шанс мгновенного убийства врагов при бросках, пока активна ярость. 3%, 6%, 9%. Ну и так далее. Вот эти все моменты. Время перезарядки минус 10%, точность плюс 10, отдача минус 10, шанс нанести критического удара плюс 5, критический урон плюс 10. Экономичный бросок. При попадании метательного оружия во врага также есть шанс нанесения урона ближайшим врагам. Шиноби, вы получаете шанс мгновенно убить противника метательным оружием, работает только на противника не выше вашего уровня. 1%, 2%, 3%. То есть это как бы такой шанс. Даже если ваш там метательный кинжал наносит намного меньше урона, чем у противника ХП, все равно вероятность есть его хлопнуть с одного раза. Так, точные удары повышают вероятность нанести критический удар метательным оружием. Шанс нанести критического удара 1%, 2%, 3%. Ну и так далее. В общем, почти все тут исследовано. Вот, тут еще можно команду прокачивать. Вот, выполняете задания, тогда они становятся посильнее. Вот. Типа вот такого. А, да, это просто все. Какое тут задание? Достать 3 комплекта болтов с MOB, чтобы он приносил команде больше пользы, усиливая за это, вы получите несколько самодельных бомб. Да-да-да-да-да-да. Ну, так вот. И так каждого можно прокачивать. Ну, почти каждого. Кроме вот таких персонажей, которые у нас тут. Либо просто сценарные проходящие, либо вот это, например, вы будете потом приносить консервы, она вам за это дает опыт. Это так, постоянный квест.
Орлов у нас будет аж в конце игры. Этот чувак сольется где-то там посерединке игры, ну и так далее. Вот. Так что такая история. Ну и смотрим на задание. Задание мы это выполнили. Вот сейчас все оно тут ушло. Да, завершено. Где оно тут? Большая распродажа. Вот оно. Выполнено. Награда получена и так далее. Так и все будет уходить в выполненные. Невыполненные, вот они. Потом нам основное задание, опять же, там, где были, вот здесь вот, найти рабочую лодку, ну и так далее, и так далее. Потом здесь найти 5 аккумуляторов, это дополнительное задание. Найти здесь припасы и прочее, прочее, прочее. В общем, вот так вот можно проходить и проходить. Чем и хороша эта игра, собственно говоря, что очень много всяких квестов, всяких заданий, много движения. Конечно, карта не сравнить по размеру с... В общем, карты тут, конечно, не такие большие, как Far Cry, в том же самом, да? Даже там берем Far Cry 1, 2, 3. Ну, в общем, практически все они все отличаются большими картами. Вот, потом что еще, Assassin's Creed Valhalla, Ведьмак, ну и так далее. Но, тем не менее, довольно насыщенная, ну, событиями, NPC-шниками, зомби и прочими. Всякие есть такие вот, их сосредоточия, вот такие вот, где можно сражаться с очень сильными ходоками, зараженными, такими мини-боссами. Вот можно прокачивать оружие, очень много всякого. Оружия очень много, просто невероятно много. И его, в принципе, все прокачать, все испытать за время прохождения игры. За один раз вы точно не успеете, потому что его очень много, и вариаций очень много. Вот, заданий тоже тут десятки и десятки заданий. Нужно прокачивать свои умения. Здесь у нас есть всякие разнообразные для боя ближнего, для дальнего, выживания и способствующие всяким бонусам от ярости. Тоже очень полезная штука, когда критическая ситуация какая-то и надо выжить. Время мало, некогда там разбираться, что и как. Ярость помогает очень круто выбраться из таких ситуаций. Вот. Плюс команду можно прокачивать. Логан. Это вы можете выбрать любого, за кого хотите играть из этой, из этого вот коллектива. И тогда у вас будет другой персонаж. Но вот это все равно ваша команда, которую можно прокачивать. Вот у нее есть тут, соответственно, вот эти ячейки, да, которые можно три задания выполнить и повысить их уровень. Соответственно, например, если вы прокачиваете вот этого рэпера SMB, то он получает там более мощное оружие, там, например, сначала там получает дубину, там, такую, натыканную гвоздями, потом еще и третьим, там же он с огненным апдейтом, усовершенствованием таким, ну и так далее, и так далее. Там у каждого из персонажей свои какие-то особенности, и эти улучшения увеличивают их мощность, мощь и защиту и так далее. Вот, ну, в общем, игра неплохая, конечно. Вот, особенно по скидке ее определенно стоит брать, если вы ее не успели раньше пройти. Да, определенно она стоит того, чтобы в нее поиграть. Вот. Хотя ей уже практически 10 лет, да. Вот. Но все равно потенциал у нее неплохой. Да, не хватает ей всяких там всякого разнообразия, тех же там совершенствований, вот, которые есть в более современных играх, от этого же Touchland, например, Dying Light, да, там больше этого всего. Ну, понятно, игра-то вышла-то позже, соответственно, они учли все свои недоработки в этой игре и туда все перенесли лучшее, добавили еще нового, поэтому, естественно, что там поинтереснее, меню более удобно устроено, инвентарь, вот, и так далее. Но здесь даже если посмотреть, то мы можем усовершенствовать
просто там огромное количество у нас тут усовершенствований. Ну, все они там 3-4 типов. 3 это там усовершенствование яда, электричества и огня. Плюс еще усиление есть такое по прочности усиления и усиление по урону просто самим оружием. То есть, как это было во всех РПГ, да, там был физический урон, там урон ядом, урон электричеством, урон там огнем, там урон льдом, магия льда. Но здесь этого нету, здесь только вот есть такие. В общем, это как магия элементаля, да, то есть элементов земли, огня, воздуха там и так далее. Вот, так и здесь. Это можно усовершенствовать, но этих видов оружия, вы видите, сколько, да, каждый из них можно улучшить. И улучшить по-своему. В общем, вы можете одно и то же тип оружия взять, там купить, я не знаю, 4 катаны, да, и каждый из них усовершенствовать по-разному и тягать за собой. На всякий случай, если одно износится, второе там использовать и так далее. Или против определенных врагов лучше такое совершенствование, против других такое. Вот. Поэтому, в общем, есть тут чем развлечь себя определенно. Разнообразие это добавляет, конечно же. Вот, вот, например, алмазная грань, что ты говорил, да, вот это просто усиление прочности и урона физического, вот, без всяких добавлений там элементального усиления, да. Вот. Эта модификация добавляет, скажем так, магию огня, да, сюда. Ну, если сравнить с РПГ. Вот. А импульс это у нас, если не ошибаюсь, электричество и усовершенствование. Вот. Утяжеление тоже это как бы физический урон увеличивает. И колючка тоже. Плюс нанесение там рваных ран зомби. Вот. Есть также усовершенствование яда, да, типа скорпион, тому подобное, или токсин, вот, тоже вот такие разнообразные тут совершенствования есть, или просто вот самая элементарная модификация. Ну, в общем, чем она дороже, тем она, как правило, лучше. То есть вот это, вот видите, 1200 стоит, и это, а есть подешевле, они чуть похуже, конечно же. Вот, ну, в общем, игра того стоит, чтобы на нее потратить время, пройти хотя бы раз или пару раз за разных персонажей. Довольно-таки интересно. Персонажи действительно отличаются, и они довольно-таки не похожи друг на друга. Вот, каждый со своими особенностями. То есть Сянина у нас вообще больше там по стрелковому оружию. Сэмбион у нас хорошо сражается в рукопашной, двуручное тяжелое оружие. А вот Логан, он метает ножи, вот, ну и так далее. Точнее, Сянина у нас, по-моему, лучше всего с катанами там и тому подобным. А вот Парда у нас со стрелковым оружием. Ну, в общем, вот такое вот здесь разнообразие присутствует. Вот, поэтому можно выбирать того, как персонаж, который вам больше всего симпатизирует, и вперед. После прохождения вот этой довольно-таки крупной карты вас переносят на еще одну такую же, тоже насыщенную. Ну, там есть промежуточная паромная, да, там станция. Их таких промежуточных там несколько штук, включая там катакомбы и тому подобное. Вот, специальные уровни, скажем так. И еще одна такая же большая основательная карта, это Хендерсон город. Тоже очень насыщенная там. Городские кварталы, очень много зомби, очень много многоэтажной застройки. В общем, точно не скучно будет, там очень интересно. Если захотите заглянуть, как там Хендерсон выглядит, посмотрите предыдущие мои выпуски по этой игре. Вот, так что вот такая вот история. Определенно советую вам эту игру поиграть. Она весьма-весьма неплохая. И определенно стоит потраченного на ее времени. Ну и даже сейчас, как бы спустя с десяток лет, графика выглядит достаточно неплохо. Вот, эффекты частиц, освещение, да и текстуры, не скажут прям уж такие прям отсталые от текущего времени. Так что
удачной игры. Вот, если обзор вам понравился, оказался полезным, поставьте лайк. Если будут какие-то вопросы по этой игре, если чем смогу помочь, пишите, может, отвечу на ваши вопросы. Вот, так как в игру я уже наиграл практически 70 часов и могу поделиться опытом. Ну ладно, на этом все. До новых встреч. Пока.